Здравствуйте. Представляю вашему вниманию модель телефона Nokia S251. Данный телефон выполнен в форм-факторе моноблок, такого, скажем, наверное, больше бизнес-класса. Телефончик очень, скажем так, маневренный, что ли, или, ну вот, если сравнивать его с 6700, то есть, ну, вот так вот он выглядит. Дисплей у них абсолютно одинаковый, 2,2 дюйма, ну, данный телефончик немножко меньше по габаритам, хотя клавиатура достаточно крупная, выпуклая, и дисплей такой же абсолютно, как на 67-й Nokia. Данный телефон еще к тому же музыкальный, у него очень громкий динамик, сейчас мы к этому перейдем всему. На передней панели данного телефона мы видим слуховой динамик и очень яркий, очень насыщенный контрастный дисплей. Вот так у нас выглядит меню данного телефона, оно в стандартном стиле Nokia. Вот настолько он яркий, что даже засвечивает сильно, как бы камера не может воспроизвести все цвета его. Углы обзора вы видите очень-очень крутые, очень хорошие. Ну, опять же, повторюсь еще раз, это заводская копия, это не копия на копию, это не кустарный Китай, поэтому качество данного телефона очень высокое. Ну, вот так вот выглядит этот телефон, вот так вот он лежит в руке, очень удобно. Телефон не маркий. Вот, он такой матово-глянцевый, даже непонятно конкретно какой он. В общем-то, вот так выглядит данный телефон. Я буду снимать сверху вниз. Вот так выглядит наш телефончик. Вот она у нас, меню. Кстати, данный телефон выполнен еще в форм-факторе, как и смартфон. То есть на передней панели мы видим ярлычки, которые можно поставить. Это ярлычок «Домой», наверное. Да, вот он, ярлычок «Меню». Ярлычок «Сообщений», ярлычок «Камеры». Камера снимает у нас очень хорошо на данном телефоне. Для своих 2 мегапикселей все 2 мегапикселя она вытягивает. То есть съемки полноценные 2 мегапикселей будут. Также у нас здесь есть какие-то загрузки и календарь. То есть, ну, вот эти ярлычки вы можете ставить сами на экран, поэтому как бы можете настроить под себя. Дисплей у нас 2,2 дюйма. Данный телефон поддерживает 2 активные сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Вот они, также у нас есть ярлычки видеоплеер, FM-радио, то есть, ну, вы можете выбирать их, выводить прямо на главный экран, как и у смартфонов на Symbian. Вот, что здесь еще? Меню у нас стандартное, как у стандартных телефонов Nokia. То есть ярлычки меню такие же, как у абсолютных смартфонов Nokia. Вот мы здесь видим журнал вызовов, мультимедиа. В мультимедиа мы видим такие подкатегории, как камера, просмотр изображений, файловый менеджер, видеомагнитофон, видеоплеер, аудиоплеер, устройство звукозаписи, то есть диктофон и радио FM. А вот еще диспетчер файлов у нас есть, то есть файловый менеджер второй. Также есть, соответственно, телефонная книга, профили пользователя, сообщения, органайзер, в котором есть будильник, мировое время, калькулятор и календарь. Также есть у нас настройки, как без них, Java, данный телефон поддерживает Java. Так, игры и установка игры есть. И какие-то службы, ну, значок интернета у нас здесь есть. Как, интернет есть или нет, я не знаю. То есть, ну, вот так вот выглядит внутри наш телефон. Также мы на передней панели видим кнопочку меню, кнопочку первой сим-карты, кнопочку одной сим-карты, когда на телефон находится у нас на две сим-карты. Также кнопочка телефонной книги именно, то есть, ну, она у нас сейчас пустая, пишут. И вот она, кнопочка быстрого меню, быстрого доступа к MP3-плееру. То есть, MP3-плеер у нас очень четкий, играет стерео, очень громкий. Динамик на данном телефоне тоже огромный и очень громкий. Также мы видим кнопочку сброса вызова. Вот, и стандартные кнопки для набора SMS, MMS, а также для набора номера. Подсветка кнопок достаточно яркая. То есть ночное время
вы их не упустите, то есть они и не слишком яркие, не слишком яркие, и достаточно яркие в ночное время. Также подсветку клавиатуры можно регулировать ее яркость, то есть она стоит сейчас на минимум, чтобы не сажать батарею. Также в данном телефоне имеется светодиодный фонарик, очень-очень яркий, он двойной, вот вы видите его. Вот так вот он светит, то есть сейчас я выключу свет. Фонарик очень яркий, поэтому данным фонариком вы сможете подсвечивать не только замочную скважину для попадания в нее ключами, но также сможете воспользоваться данным фонариком и данным телефоном в качестве фонарика на улице при подсветке на асфальт, и все будет замечательно. Также у нас здесь стандартный выход под наушники 3.5, стандартный выход для зарядки, стандартной нокиевской тоненькой, и выход мини-USB для подключения и синхронизации данного телефона с компьютером. Также сбоку у нас находятся клавиши быстрого доступа к MP3 плееру, то есть это у нас плей и перемотка вперед-назад. Вот они, качельки у нас вот такие. Сзади мы видим камеру со вспышкой. Камера у нас 2 мегапикселя, я только что демонстрировал. Снимает она достаточно хорошие снимки, как для 2 мегапикселей. И также у нас есть вспышка. Телефон у нас выполнен из высокопрочного пластика. Ну, пластик у нас очень высокопрочный. Сзади мы видим также логотип наушников и скрипичные ключи. То есть данный телефон выполнен еще как Express Music. Вот, поэтому... телефон достаточно прикольный. Давайте мы его выключим, посмотрим, что у нас внутри. При выключении вы сейчас услышите, насколько громкий данный телефон. Телефон очень-очень громкий. Также впереди мы видим оригинальный логотип Nokia, так как копия у нас заводского качества. Под крышечкой мы видим стандартную нокиевскую батарею BL4C, BL5C. Сегодня сюда тоже подходит. Вот она, стандартная, настоящая, оригинальная батарея BL4C. Она тоже подходит сюда. То есть, как бы, комплектующие на все наши копии абсолютно подходят от оригинальных телефонов. Поэтому найти какое-то комплектующее, такие как зарядное устройство, наушники, либо батарею, не составит труда, потому что они продаются везде, на всех рынках. То есть, хотя на кустарный Китай, если вы где-то купите кустарный Китай, то есть как бы копия на копию, соответственно, на копии совершенно ничего не подходит. Ни наушники, ни зарядное устройство, ни батареи. То есть, поэтому на наши телефоны подходит все. Мы видим здесь внизу огромнейший, очень-очень громкий динамик. И вот, как я сказал, батарею BL4C. Под батареей мы видим слоты под 2 сим-карты, которые одновременно находятся в сети. Слот для сим-карты 1 и слот для сим-карты 2. И также у нас слот для флешки microUSB объемом памяти до 8 гигабайт, 8 гигабайт включительно. Для такого телефона это замечательно, так как данный телефон стоит очень дешево, но выглядит он, скажем так, очень достойно, серьезно. Вот, выполнен он из сочетания металла и пластика. Здесь у нас идет... по краям у нас идет металлическая окантовка. Сзади он выполнен из пластика, но полностью данный пластик очень высокопрочный. Вот. Ну, опять же, повторю еще раз, что углы обзора данного телефона очень-очень хорошие. Телефон выполнен интересно, хорошо, качественно, поэтому... для бюджетной копии, то есть это одна из новинок нашего магазина, ну, телефон очень достойный. Вот. Это была модель S251, Nokia S251. Давайте я еще раз покажу, как он выглядит. Это была модель телефона Nokia S251, и с вами был интернет-магазин mobilegold.com.ua, я его менеджер. Спасибо за внимание, до свидания.